Привет, народ, я продолжаю прохождение игры Oxenfree в прошлой части. Ну, похоже, мы начинаем потихоньку подбираться к кульминации. Мне кажется так, мы нашли вещи местной женщины, которая, возможно, станет ключом к разгадке тайны этого острова, на котором мы оказались. И, возможно, та рация, которую мы нашли, поможет нам узнать какую-то страшную правду, которая позволят нам объяснить все происходящее здесь. Тем временем мы также можем воспользоваться этой рацией для того, чтобы разблокировать ворота, которые дадут нам доступ к лодке, на которой мы как бы собирались убраться с этого острова. Все еще непонятно, где Клариса. И мы вроде как нашли ее уже несколько раз, но что с ней конкретно происходит? И она ли это вообще? И в порядке ли она сама по себе? Непонятно. Много все еще всего непонятно. Но мы движемся вперед. Разгадка где-то рядом. Алекс, зачем ты одел эту куртку? На улице где-то 25 градусов, солнце вышло, ты в курсе? И я думал, что ты говорила, что хочешь поплавать, так или иначе. Солнце не вышло, солнце... Я полагаю, оно едва ли вышло прямо сейчас, но, видишь, это тот, когда я наказан за то, что слушала метеоролога. Он говорил, что будет пасмурно. Он говорил, что есть шанс для облачности. Эй, Майкл, мы не взяли напитки. Или взяли? Я думал, мы говорили взять напитки. Я застрял во времени или что? Да, я знаю. День безумно быстро летит вперед, верно? Я чувствую, что вот практически сейчас к нам приставали эти футболисты. Нет, почему я здесь, прямо сейчас, с вами? Потому что ты сказала, я подготовилась достаточно тесту по французскому, я хочу идти на пляж. Кстати, что не очень похоже на тебя. Ты сделала правильный выбор, Алекс. Сегодня оборачивается безупречным днем. Это действительно так. Да, нет, это так, это действительно так. Я бы хотел взять воздушного змея, но я подумал, что он будет смеяться надо мной. Это... совсем ненормально то, что происходит прямо сейчас. Мне просто жаль, что, по-видимому, никто не понимает, насколько это ненормально. Я знаю, верно, никто по-настоящему не ценит, когда условия настолько хороши. Нет, это идеально. Идеальное мороженое и теннисная погода. Вот редкость. Прошло время с тех пор, как мы что-то делали, верно? Я чувствую, что не разговаривал с тобой давно. Как ты? Что происходит? Как уроки? Как звать это лицо? Мистер Коллинз по-английскому? По правде говоря, я... Извините, я думаю... Да, я случайно оставил мой телефон на пароме, потому что со мной такое случается. О боже, ты идиот! Забери его, пока он не ушел. Когда я вернусь, я хочу услышать историю, Алекс. У меня нет никакой, я думаю. Я не верю тебе! Что ж... А ты типа прикидываешься или что? Или притворяешься? Притворяюсь? Нет, я имею в виду... Я имею в виду, когда я сказала, что это прекрасный день, и я хорошо действительно провожу время. Я рада, что мы смогли все это сделать сегодня, и я рада, что ты в порядке с этим. Я знаю, что ребята твои очень близки, и я знаю, как это раздражает, когда кто-то начинает проводить все время со своей девушкой или все такое. И что ж, я думаю, что это круто, если мы смогли бы продолжить делать вещи вместе. Все мы. Майкл, он любит тебя очень. Я уверен, что ты знаешь это, но он говорит о тебе все время. О, Алекс сделал это, и... Алекс выпустила лягушек из учебного класса, и разве она не потрясающая? Да, что ж, я люблю его тоже. Пришлось побороться со шкипером за это, но он не принял во внимание, сколько приседаний я могу сделать. И сколько же это, 6? Только в дни буррито.
В дни без Бурито это что-то типа 8. На самом деле, у Кларисы у меня был прекрасный разговор, пока тебя не было. Даже немножко жаль видеть, что ты вернулся так быстро, если честно. Что ж, правда? Я уверен, Алекс парил тебе историю о том, как я запер ее в подвале и сделался над ней, как над бритой обезьянкой. В версии, которую я слышал, ты запер ее в оранжерее. Что ж, это меняется от месяца к месяцу. Нет, это было совершенно нормально. Совершенно дружески, дружелюбно. Это значит одно и то же. Хорошо, извините. Что ж... Я на самом деле хотела холодного чего-нибудь, так что я сбегаю в город за какой-нибудь содовой. Кому-нибудь что-нибудь нужно? Не, мне норм. Да, возьми мне тоже выпить. Конечно. Я вернусь. Хорошо, я здесь. В чем история? Я хочу новости, я хочу Алекс первое издание. Что происходит? Все вообще-то плохо на самом деле. Мама с папой, у них не все хорошо, и я потеряюсь в этом. Эй, смотри, во-первых, мама и папа это мама и папа. Они много ругаются, но какая разница, все утихает, все будет хорошо. Ты слишком молодая, мы слишком молоды, чтобы беспокоиться о семейных разногласиях. Да, ладно. И смотри, я знаю, что это должен был быть наш день, но я совершенно забыл, что я пообещал Кларисе что-нибудь сделать с ней, так что спасибо за то, что сопровождаешь нас. Я знаю, что это не то, что ты планировала, но я у тебя в долгу. Без проблем. Просто не начинайте лизаться, обниматься, пока я непосредственно близости, потому что это то, что все время происходит. Для меня важно, чтобы тебе понравилась Клариса, Алекс. Так что скажи мне правду, что ты по-настоящему думаешь о ней? О, боже, делай, что хочешь, чувак, не спрашивай у меня совета. Хорошо, я приму это как одобрение, просто чтобы ты знала. Знаешь что, я никогда не отмечал это. Это очень хорошо выглядящая шутка, я должен попросить ее у тебя обратно. Мне не нравится моя новая. Такое ощущение, что у меня обувь на руках или что-то такое. Знаешь что, хвостунишка, мне она нужна больше, чем тебе. Хвостунишка, ты не называла меня так годами. Алекс, ты в порядке? Хорошо, ты вернулась? Ты вела себя супер странно в последние 5 минут. Ты знаешь это? Я сначала опустил это в первые 2 минуты, но потом все становилось страннее и страннее. Джонас, я только что видела... Я думаю, я только что видел моего брата. Что? Где? Здесь? Он... Ты увидел его где-то здесь? Я была... Это было как те временные петли, которые мы испытывали, правильно? Это было как... Мы проходили через рябь, и это была волна, и меня ударило в тот момент, когда Майкл был все еще жив. Это было прямо сейчас? Хорошо, вы не умерли. Вы нашли? Это сработало? Вы ненавидите меня, потому что это не сработало? Это сработало. Мы нашли... Ну, на самом деле, мы нашли радио. Но я полагаю, оно может открывать двери и ворота и все остальное при помощи разных частот. На самом деле? Но мы можем открыть эти ворота? Да, мы так думаем. Хорошо. Да, Клариса исчезла, что ж. Клариса все еще не появилась? Нет, она появилась, но я полагаю, она была... Боже, это прозвучит безумно, но пофиг. Одержима и забрана во временную петлю. О, вот оно как. Что? Где она? Да, стоит ее нам, возможно, поискать? Даже если план с лодкой сработает, нам не стоит ее оставлять здесь. Слушайте, если у нас есть этот ключ, по-видимому, это как раз радио, давайте пройдем к дому и посмотрим, если это будет выглядеть, что мы сможем уйти, тогда мы отправимся на охоту за Кларисой. Хорошо. Я думаю, ты должна использовать это радио для того, чтобы настроиться на ворот. Правильно, Алекс? Что ж, ты попробуешь с воротами или... Если мы все еще собираемся отправиться к дому, давайте просто сделаем это. Попробуй радио, Алекс. Thank you.
Круто, четко. Пусть будет лодка, пусть будет лодка, пусть будет лодка. Просто думайте о хорошем, да. Думаем о хорошем. Иисус, этот дом огромен. Эта леди действительно знает, как жить. Это как Шато Адлер. Как она стала такой богатой, если она была просто связистом в армии или что-то такое? Я думаю, я говорил, когда мы прибыли сюда, что ее семья типа владела частью этого острова и что-то такое. Я думаю, она просто унаследовала много сейчас. Это как... это как лодка, которой нужны ключи. Здесь нет весел. И перед тем, как мы начнем психовать, ничего ведь не было в офисе, где лежали вещи Мэгги. Ну, как радио. Нет, мы все проверили. Ха, хорошо. Какой план Б, если мы не сможем найти их? Ключи, они должны быть в доме. Для грузчиков ее семьи. Вы знаете? Ну, это неплохая догадка. Иногда, когда я замыкалась внутри себя вне дома, я ничего не могла с собой поделать, я начинала просто таращиться на этот засов, пытаясь типа загипнотизировать его, чтобы он открылся и что-то такое. Вы никогда это не делали? Нет, вообще-то. Но мы можем попробовать это сейчас, если ты думаешь, что это нам поможет. Здесь радиозамок. Женщина точно любила свою старомодную систему безопасности. Это изящная штуковина. Наконец-то! О мой бог, ты испугала меня. Я подумал, что ты типа мертвое тело Мэгги Адлер или что-то такое. Кларисса, где ты была? После того, как мы увидели тебя в городе, ты просто... Эй, я могу у тебя спросить то же самое. Я как будто чихнула, а вас уже нету. Я оказалась в полях и просто решила прийти сюда и типа переждать. Я никого не видела с тех пор. Так что я решила здесь лагерь устроить. И как затем ты прошла через ворота? Там что-то типа плиты из кованого железа выглядит невозможным, чтобы вскарабкаться. Что ж, по-видимому, не настолько невозможно, раз уж ты видишь, я здесь. Я думал, ты ненавидишь физическую активность. Ну, не в том случае, когда моя жизнь в опасности, боже. Смотрите, Кларисса здесь, так что все здесь сейчас. Мы можем просто... Все в порядке, верно? Это хорошая вещь. Да, давайте просто найдем ключи к лодке или телефон или что-нибудь и найдем способ убраться домой. Я обещаю. Мы можем продолжить говорить или ругаться в школе в понедельник. Да, идеально. Хорошо, ладно. Давайте сфокусируемся. Все что-нибудь ищут и надеются, что это поможет. Подожди, ты видел это? Это что-то типа карты звезд или диаграммы планет или что-то такое. Да, зачем ей нужно что-то типа карты Вселенной? Не то чтобы это нужно было ей для работы. А может быть это как раз и нужно было, я не знаю. Просто для развлечения, полагаю, я не знаю. У тебя есть NASA-постер в твоей комнате, ты действительно собираешься прыгнуть в шаттл? Эй, я могу в один день, ты чего? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Я думаю, так же плохо, как все остальные прямо сейчас. У меня такое чувство, что я еду на грузовике с разъедающимися колесами, если это звучит осмысленно. Да, это довольно неплохой слоган для ночи. Мы сделаем футболки, когда вернемся домой. Мы будем в порядке. О, это черновик ее письма, которое она оставила в офисе. Тому, кого это может обеспокоить. Она оставила заметки везде, так она говорит, спрятанные при помощи тайных сигналов. Она была странной, надо сказать. Но ты знаешь, в положительном ключе.
О, это чердак? Я думал, что это типа игрушки для кота или что-то такое. Сундук заперт. Нужна комбинация. Миссис Адлер либо была параноиком выше всякого понимания, либо просто очень аккуратной женщиной. Она закопала информацию в камуфляжно-звуковых контейнерах, Джонас. Мое предположение, параноик. Он был отключен. Жаль. Чувак, она владела достаточным количеством книг. В большинстве своем это математика, я так думаю. Эргодическая термодинамика. И религия. Боже, она... Хорошо, мы врубились. Она любила запах бумаги. Захватывающая проницательность. Нам всем ее очень не хватает. Хорошо, почему бы тебе тогда не поднять свою задницу и не помочь? Я помогаю, не упуская из вида нечто более предприимчивое, типа самой себя. О, это было в домике озера Чеда. Да, да, тот парень был чертовым чудаком. Да уж. Ты как, нормально вообще? Да, я в порядке. Да? Мы скоро отправляемся домой, так что... Да, это правда. Слушай, я не хочу тебе слезть с этим, но я как бы реально беспокоилась о тебе. Почему? Потому что я не видела тебя всю ночь. Я видела тебя. Нет, ты не видела. Не после того, как все случилось или что там. Нет? Нет. Я могу поклясться, я типа обязана тебе чем-то. Но я полагаю, это не так. Кларисса, Ваше Величество. Эй, Нона. Хочешь, я не знаю, помочь нам найти способ типа выбраться отсюда? Честно, Алекс, я чувствую себя настолько абсолютной задницей прямо сейчас, что я не знаю, сколько вообще от меня помощи может быть. И выглядит так, что у тебя всегда все под контролем, ну по большей части. Мы все себя плохо чувствуем, Нона. Давай, одевай на коленники и вступай в игру. Алекс, серьезно, только потому что ты смогла практически всю ночь прыгать шестом, не значит, что остальным из нас не нужно время от времени дышать. Эй, окажи мне услугу. Я собираюсь спросить у тебя кое-что. И ты просто ответишь, и не будешь отвечать вопросом на вопрос. Хорошо? Да, конечно. Какая кличка у моей собаки? Чарли? Спасибо за это. Нашел что-нибудь полезное? Нет еще. Но ты знаешь, ночь молода. Как ты себя чувствуешь? Ну, типа физически. Все выглядят так, как будто у них был грипп. С чего это ты беспокоишься? Как я себя чувствую? Ну, серьезно, почему ты не дала мне пойти с собой на главную улицу? Я сделал что-то плохое? Я просто не понимаю. Хорошо, я извиняюсь, я просто думал, что тебе нужна передышка. Если серьезно, часом ранее ты был одержим и бесконтролен. Хорошо, это правда, я полагаю. Но все же, это было досадно. Здесь что-то есть. Прямо как отпускные слайды или что-то такое. Рен был прав. Здесь типа грозбуха. Семья Адлер владела островом. Никогда не спорь со мной. И здесь комбинация для запертого сундука на чердаке наверху. 29, 18, 54. Круто. Она сделала много, как я их должна называть, слайды, это не видео, безмолвные воспоминания.
29, 18, 54. Здесь много радио и те контейнеры, которые мы видели в городском офисе. И здесь типа карты пещера. Она написала здесь: настройтесь на источник. Что это значит? Она ведь не могла знать о привидениях, верно? Я просто действительно не понимаю. Подожди, это ключи для лодки. Взял их. Perfecto. Хорошо, мы взяли ключи для лодки. Где? Я взяла ключи. Они были на чердаке, в сундуке, но какая разница, давайте просто идти, пойдем. Спускайся вниз, пожалуйста. У нас есть кое-что, что мы хотим тебе показать. Клариса, что происходит? Ты сконфужена, не так ли? Что ж, так и должно быть. Как там было? Все по-другому, кроме разве что других путей? Просто спускайся вниз, чтобы мы могли начать. Ну-ну, давай, дорогая. Время заводить мотор. Давай, Рен, ты что, спишь? Давай, Джонас, подъем и за дело! А, вот ты где. Теперь мы представим, что ты немного запуталась. Но не бойся. Это будет финальная часть твоей тренировки, Алекс. Все тренировки проводятся под надзором очень квалифицированных инструкторов. Тренировка? Я не хочу, чтобы меня тренировали. Что? Что ты? Ты подписалась под этим, Александра? В пещерах. Ты настроилась на наш сигнал. Так что, пожалуйста, я не могу выносить твоих извинений, ребенок. Мне жаль, хорошо? Как много раз мне нужно сказать, что мне жаль? Я не знала, что произойдет. Тебе не за что извиняться, поверь нам в этом. Тест прост. Мы говорим о том, что мы видим в доме, и ты идешь и ищешь это. Видишь? Так же просто и добродушно, как яблочный пирог твоей матери. Я не хочу играть в это, просто скажи мне, что происходит. Отказ в сотрудничестве, я так думаю, приведет к суровым штрафам, но это твой выбор. Теперь давай начнем с чего-нибудь легенького. И я загадываю то, что вижу, и это нечто радиоактивное. Конечно же, здесь лимит по времени есть, так что... 10, 9, 8. Ты говоришь о телевизоре? Очень неплохо. Молодец, старые модели излучали рентгеновские лучи. Но теперь тебе придется шире подумать о радиации в другом смысле. Теперь, будь внимательна. О чем ты вообще сейчас говоришь? Я загадываю то, что вижу, и это морской узел. Давай сделаем это немножко сложнее, хорошо? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Александра, каким же разочарованием ты оказалась? А, твой новый брат! Где он? Куда ты забрала его? Не возражай, и пусть это будет уроком для тебя. Время для бонусного раунда, Алекс. Так что будь быстрой. Это то, что ты по-настоящему захочешь найти. И я загадываю то, что вижу, и это картина воспоминаний. Будь быстрый теперь. 5 маленьких кучек вышли гулять в один день. Картина, я полагаю, это Мэгги Адлер и кто-то. Это оно?
Да, очень славно. Это Маргарет Адлер и ее подруга Анна. Понимаешь? Ты и твои школьные кореша испытывают... Что ж, нечто такое, что уже происходило ранее. Мэгги и Анна пытались играть с нами много лет назад. И что ж, только одна выжила. Но в этом процессе мы обнаружили способ, при помощи которого могли бы вернуться, так сказать. Для этого просто нужно немного времени и далеко идущее отклонение для невежд. Подожди, что? Что случилось с Анной? Давай оставим это. Просто бедная девочка не знала, с чем она играет, это не важно. Узел вечного повторения. Волны. Это волны, мы так думаем. И мы будем использовать эти волны для того, чтобы впитываться в твоих друзей, как солнечные лучи в цветы. И мы будем расти. И мы будем засасывать. Вы не можете это сделать? Подумайте о том, что вы делаете. Мы можем это сделать. И то, чем были 8 лет для твоих родителей, для нас было целой вечностью в осознании существования без жизни. Мы старались делать это очень быстро с Анной, но теперь мы знаем, что нужно ждать и впитывать. Мы продолжаем это делать, как видишь, на острове. И это будет великая честь для тебя, Алекс, провести нас через эту жизнь. И прямо к следующей. Пожалуйста, просто не делайте это, мы не... Это грустно, я знаю, потерять возможность чувствовать, быть, но... Мы не чувствовали ничего слишком уж долгое время. И мы сделаем все необходимое. Когда наше судно врезалось в скалы, мы были там до рассвета. И то же самое будет с вами. Мы бы провели это время мудро и... Мы благодарим вас за вашу хорошую службу. Скажи Майклу, что он должен самостоятельно принять решение. Какое это имеет значение? Он мертв, он не... Его здесь нет. Что ж, теперь мы можем пойти. О, я думаю, меня сейчас вырвет. Я первый. Ах, это ведь был не сон, и не видение, и не что-то такое. Ты и Клариса стояли в гостиной прямо сейчас. Это ведь такое было. Да. Но я хотел бы, чтобы это было сном. Обычно там куда больше говорящих лошадей. А, кстати, в следующий раз приложи настоящие усилия во время игры. Ну, пожалуйста, такое чувство, что кто-то запихал пауков мне в горло. Она пыталась в каком-то роде. Мне жаль, хорошо, я изо всех сил старалась. Я имею в виду, когда все прыгает вверх-вниз, даже сложно понять, о чем она вообще говорит. Так, я в смысле, боже, если Кларису утащили в пещеру монстры с ядерной субмариной, я имею в виду план в том, чтобы вернуть ее, верно? Я все еще предпочел бы назвать их привидениями, если вы не против. Привидения и есть монстры, так что... Нет, конечно же, это и есть план, конечно, это он. Клариса не станет человеческой губкой для неких злых привидений острова, не на моем дозоре. Хорошо, если мы идем в пещеру... О, на самом деле я забыла. Я видел, как вход в пещеру обрушился после того, как вы, ребят, забрались внутрь. Хорошо, я знаю, что на этом острове куча всяких разных секретов. Туннели, которые были вырыты в страхе от коммунистических бомб в 50-х. И у Мэгги обилие фильмов о армейской фигне в ее подвале. Так что, может быть, в одном из этих туннелей есть выход в пещеру? Ты об этом думаешь? Давайте посмотрим. Что это вообще за название такое? Поля узрения, так или иначе. Или, подождите, поля прозрения? Да, так оно и есть. Движемся дальше.
Хорошо, здесь уже что-то есть. Эксперименты и находки испытанного феномена. Январь 52-го. Потрясающе. О, чувак, это прямо как доисторические домашние видео. Да. Я уверен, что это лишь заставка. Боже, это лишь первая штука. Дайте ей секунду разогреться, а? Хорошо, я думаю, становится теплее, я так думаю. Что ж, если вы посмотрите на эти линии или что такое, бомбоубежище должно вести прямо в пещеру, просто с другой стороны. Ну, если верить этому, по крайней мере. О, так оно и есть. Но как мы попадем внутрь? Разве это не предельно фундаментальный изъян здесь? Что? Она знала об этих штуках? Вау, это сумасшествие. Здесь сказано, чтобы починить временный разрыв, это труднопроизносимо, в пещере, мы должны транспонироваться на другую сторону и настроиться на сигнал в самом себе. Хорошо, но мы ведь не будем это делать, верно? Хороший вопрос. Да, это немножко за пределами всего. Что ж, я и не знаю, что сказать вам, но затяните ремни, мальчики и девочки, потому что, возможно, нам придется, хорошо? Если это единственное, что поможет нам исправить ситуацию. Но это типа страшно. Что ж, чему-то лучше всего сработать. Или мы останемся без костей. Или мы останемся без костей, точно. Ой, извините, это типа... Это выглядело как конец, но это неправильная сторона пленки. Не-не-не, подожди, это что-то я по-настоящему вспомнил из этого глупого радиотура, потому что это звучало по-настоящему так странно. Она называлась «Система ответов и вызовов». Она разблокирует бомбоубежище. Здесь написано, как она работает. Видите, здесь сказано, если кто-то отправляет экстренный сигнал из станции Кэтберт в лесах, и принимающая сторона принимает его, это как связанная система ответов. Хорошо, но если серьезно, Нона, ты искренне веришь, что старое оборудование в обоих зданиях будет все еще работать? Это... Я не знаю, но это пока что все, что у нас есть. И время тикает. И Алекс и я отправляемся через леса, чтобы выполнить звонящую часть. Ты и Рен справитесь с дверью в бомбоубежище и откройте ее, когда она будет готова. Подождите, подождите, я извиняюсь, я типа выпала на секунду. Что мы делаем? Рен и Нона, команда Парящий Орел, и ты и я, команда Классный Отряд. А, я хотел этот... И мы разделяемся, чтобы поработать с некой старомодной машинерией, чтобы открыть дверь в бомбоубежище, проникнуть в пещеру и бла-бла-бла-бла, спасти наши жизни. Ну, да, задача именно такова. Что ж, похоже, там, в этих пещерах, мы либо спасем Кларису, либо все пропадем и отправимся прямиком к чертям в ад. Никто знает. В любом случае... Возможно, развязка ждет нас теперь именно там, хотя казалось, что сначала, возможно, она будет ждать нас именно в доме Адлер. Ну, по крайней мере, там выяснилось, что Клариса все же, которая оказалась с нами, была не настоящей Кларисой. Что ж, на любом случае, благодарность большая, Адлер, мы теперь знаем, по крайней мере, что мы можем сделать, попробовать. К чему это приведет, непонятно, но мы, по крайней мере, знаем, куда двигаться и что можем попробовать сделать, чтобы спастись и спасти Кларису. Будем делать это все в следующей части, а пока что всем пока.